слышны мире и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святем храме семи с верою благоговением и страхом Божиим ходящих вон, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополите, числем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Храни мей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. О первопрестольном граде нашем, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу. Подаваем тебе всякое славу, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, благи человек, любец Боги, си тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веку.
Господу помолимся. Благочестивые. Господи, спаси благочестивые. И услышаны. Посети виноград сей и утверди их. Его же насади, десница твоя. Подобный.
Yes.
и скажи, прикасайтесь ему, яко сила от него исхождаше, и исцеляше все. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, когда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, все вам сдаваша много. Тишину вселите в сердца наша, молитесь о Господе.
очисти исцеление страдающим рабом Твоим. Ты нежно молим Тебя, славу слышим. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся благодушащих и наполняющих посвятием, и все честнем в храме всем, нуждающихся, поющих и предстоящих на небес, ожидающих во Тебе. Человека любит Бог, еси, Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господи Боже наш, не вниди в суть рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии степную веру и сокрушением сердечным, к Тебе, милосердному и благоприменительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасатели Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Царя, 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 царя.
и грешений наших, Господа, помощи сего, добрых и полезных душам нашим и миром. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже завыломимое в оставление грехов. Подобней чашу по вечеру поговорим. Пить от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов. Поминающего Спасительницу заповедь и все от нас Духа, крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную сиденье, второе славное паки пришествия. Твоя, о Твои, Тебе приносящие, о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Еще приносится словесную всю и бескровную судьбу, и просим, и молим, и милосердие. Не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сии. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спасла, того благи не отыми от нас.
но обнови нас, молящихся. Исполнение Царствия Небесного в дерзновение же в Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную всю службу, а иже вере почивших праотцев, отцев, патриарцев, пророцев, апостолов, проповедниц, евангелистов, мучениц, исповедниц, воздержанниц и о всяком духе праведном вере скончавшемся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Присно Деве Марии, о святе Мане, пророце, предтече Крестителя, о святославных и всехвальных апостолах, о святителе Николае, архиепископе Мирной Киевской чудотворце, о пророке Исаии, мученике Христофоре, преподобном Шиову, Римском, преподобном Иосифе Оптинском, священномученики Дмитрия, пресвитерии, священномученики Василия, пресвитерии, их же и память совершаем, и о всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, помни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи, Сергия, Алексия, Фимина, Алексия, преснопамятных рабов Твоих, митрополита Никодима, протоиерея Михаила, Раису, Иерея Василия, Параскеву, Варвару, Михаила, Владимира, Татьяну, и всех сделай нами поминаемых, и упокой их, и держа пресвящая свет лица Твоего. Еще молим Тебя, помни, Господи, всякое епископство православное, правоправящее слово Твое истины, всякое пресвитерство во Христе дьяковство и всякий священнический чин. Еще приносим Тебе словесную всю службу о вселении, о святей соборной апостольской церкви, о же чистоте и в чистом выкусте пребывающих, о богохранимой стране нашей области этого воинствия. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое я истины. Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, и Боже даруй святить Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправящее слово Твое я истинный. Великого господина и отца нашего Кирилла,
святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры священного архимандрита и преосвященные митрополиты, приносящие святые дары сия, Господи, Богу нашему. О преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах и о всем священничестве и иночестве чине, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении помощи, сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении о слабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о их же киждо в помышлении. Единим сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Thank you.
яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Святая, святые.